Да не отвлекайся ты. Привет, зритель. Мне стало интересно, чем она шуршит. А она там хлеб хомячит. Мне показалось, что он этот, ну как бы помирающий такой. Я про него забыла, мне подружка приносила к Новому году. Ну да, мы с ней тут это хомячили и отмечали. Не получается у меня пока как надо. Все-таки надо или с телефона управлять. Ну и еще инструкцию почитать. Я уже дня 4 не читала инструкцию, соответственно, не очень хорошо помню. Тем более, не выучила еще то, про что один раз только смотрела. Кошка, а покажи нам, что ты жрешь. Вот мы еду нормальную жрать не хотим. А хлеб сушеный, который еще не сухарь, но уже еще чуть-чуть хотим. Да ешь, я не против. Я думала ее творогом угостить. А пока я думала, она он сюда уже прыг. У меня там мед в банке. Я перед Новым годом хотела цветы пересадить. И вот как-то у меня это... И земля есть, и горшки есть. Но руки не дошли. О, я там в окне отражаюсь, оказывается. Ну, раз я отражаюсь, то я пока не буду это заливать на канал. Попозже залью. У меня все равно есть что тут это залить, в смысле смонтировать. Я вроде как восстановила флешку, но то, что надо, почему-то там не оказалось. И сейчас с этого самого компа скидывается на отформатированную битую флешку, ну, изначально битую. То, что надо потом здесь восстановить будет. Правильно, хозяин отвлекся, можно спокойно дальше жрать, да? Я там ничего этими орехами не раздавила. Пятерковый черный хлеб. Да это мед, не надо мед жрать. Мне его это как бы выдали. Ну что, куда пойдем? Котя бормоть. Котя бормоть. Что, полет шмеля? Соображаешь, куда лучше сходить? Потому что там-то финики лежат. А, мы финики хотим понюхать. Там склад того, что надо потом сад снести будет на сожжение. Ну что, зритель, наверное, пока тебе.